Откликнулись все ветеранские организации области, и поселковые, и первичные организации, собирали материалы. Материалов набралось очень-очень много, потому что у нас в каждом селении, в каждом поселке есть своя святыня. Это братские могилы, это памятники. За ними ухаживают. Даже если не выделяются деньги из бюджета, люди идут и обихаживают вот эти все святые места. Здесь были самые кровопролитные бои во Второй мировой войне. И поэтому здесь очень много захоронений.